Скорость вращения ножей 1400 оборотов в минуту. На современном оборудовании в мастерской по компетенции сельскохозяйственной биотехнологии студенты Рязанского государственного агротехнологического университета продемонстрировали руководство региона процесс технологического производства колбасных изделий, технологию производства молочной продукции, сыра, масла, мороженого, йогурта, выпечку душистого хлеба и хлебобулочных изделий из натурального сырья отечественного производства. Это полный цикл производства от обработки сырья до получения готовой продукции. Мы провели большую работу, огромную. И в течение года занимались как раз именно оборудованием этих аудиторий. И сегодня мы открываем один из модулей, которые представили, и также несколько модулей у нас расположены в других корпусах, которые мы также сегодня открываем торжественно. Агротехнологический университет стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета по федеральному проекту «Молодые профессионалы». Финансирование гранта позволило открыть в университете мастерские по приоритетной группе компетенций «Сельское хозяйство». Создание новых учебных мастерских позволяет повысить эффективность образовательного процесса и качество знаний обучающихся, потому что мастерские позволяют развивать у ребят практические навыки и знакомить их непосредственно с самым современным оборудованием, используемым в том или другом направлении образовательного процесса. Новая техника и оборудование помогут студентам готовиться к чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills и проведению демонстрационных экзаменов, а также подготовить конкурентоспособные кадры международного уровня для агропромышленной отрасли региона. Сейчас действительно строятся новые фермы, новые элеваторы, обновляется, так сказать, оборудование в предприятии пищевой переработки, модернизируется парк техники очень серьезно. И самый важный момент, что это синхронно делается и с модернизацией образовательного процесса в университете. И мы видим, что на данном этапе специалисты молодые будут входить более подготовленно. Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева – это одна из крупнейших образовательных организаций в регионе, являющаяся ключевым участником агропромышленного комплекса Рязанской области. В настоящее время университет – интенсивно развивающийся учебно-научно-производственный комплекс, обладающий материально-техническим и интеллектуальным потенциалом, обеспечивающим формирование высококвалифицированных специалистов для аграрной отрасли. Максим Васильев, Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».